Во второй части нашего ролика я хочу сказать вам, мои дорогие, очень важную информацию. За эти два года очень серьезные трансформации произошли в Армении. И они произошли не только в связи с войной, которая идет, с этой кровожадной войной, с которой пришла Российская Федерация сюда, в Украину. А мы граждане Украины, я украинский армянин, да? Но мы граждане Украины, и мы все это наблюдаем каждый божий день. И не просто наблюдаем, мы помогаем, мы в этом участвуем. Благотворительность, волонтерство и так далее. Так вот, я хочу сказать, что за эти два года произошли большие изменения в Армении. И они, в принципе, начались и раньше, потому что свою демократическую дорогу, свою свободную дорогу армяне выбрали давно. И это очень и очень важно знать. И, безусловно, та война, которая происходит сегодня в Украине, с 2014 года, она так или иначе подталкивает нормальные страны делать очень важный момент, очень важный прорыв вперед. И учитывая, что Армения, так же, как и Украина, это постсоветские страны, работы предстоит очень и очень много. Так вот, я хочу сказать о том, что полтора года назад премьер-министр Армении Никол Пашинян в результате конфликта в ОДКБ, а Армения является юридически, де юре, Армения является членом ОДКБ, де-факто Армения не участвует уже полтора года ни в одном мероприятии ОДКБ. Все это закончилось на стадии того, как в самом Ереване, в столице Армении, проходил саммит ОДКБ, и тогда финальное коммюнике, вот этот вот финальный документ Никол Пашинян, премьер-министр Армении, не подписал. Не подписал, потому что он заявил, что там нету тех важных вопросов, которые и решения этих проблем, которые нужны для Армении, как для члена ОДКБ. А это значит, заявил он открыто, ОДКБ не выполняет свои обязательства. И позже он дал интервью, более развернутое на эту тему, где он заявил, что ОДКБ не выполняет свои функции перед Арменией, и Армении нет смысла быть в ОДКБ. Это был первый такой тревожный, очень серьезный звонок для российской власти, для президента Путина, как армяне, мы армяне называем его президента Путина, каждый армянин это поймет, безусловно. Так вот, это был первый очень важный демарш и высказывание премьер-министра Армении о том, что Армения не участвует в ОДКБ, ввиду того, что ОДКБ не выполняет свои обязательства. Также, друзья, я хочу напомнить вам, что в Армении были произведены военные учения, и Армения заявила, что не будет участвовать в военных учениях с ОДКБ. Параллельно с этим были проведены армяно-американские военные учения. И да, эти учения, в принципе, проходят каждый год, но в этот раз это было сделано очень демонстративно с позиции того, что правительство Армении показало, что Армения ни в коем случае не с Россией, поэтому ОДКБ Сиктырь. И после этого, друзья, мы с вами обнаружили такую очень важную вещь. Это я говорю про шаги, которые сделаны Арменией. После этого мы узнали такую прекрасную новость, что первая леди Армении приехала в Украину, в город Киев, и она встречалась здесь с первой леди Украины, Елены Зеленской. И она приехала сюда не просто так, а с гуманитарной поддержкой. Дякую, Велике. О, привет. Все кругом знакомое, до боли знакомое. И таким образом она приехала с гуманитарной помощью, привезла для украинских школьников, подростков Бучи, Ирпеня и других пострадавших городов и регионов более 1000 лэптопов, ноутбуков и всяких разных аксессуаров. Электроника очень важная для обучения, для украинских деток. И эта встреча, конечно, была знаковая. После этого мы узнали о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках большого международного саммита, в определенных там перерывах, у них была короткая встреча с Владимиром Зеленским. И пусть она короткая, но очень важная, потому что два президента друг другу сказали то самое главное, которое необходимо. Друзья, много изменений в Армении, но для меня, как для армянина и для моей родины предков,